22 июля на территории Омской крепости прошла патриотическая акция «Донбасс. Мы вместе». В ней приняли участие 3500 омичей. Мероприятие прошло под девизом «За президента, за Россию, за Донбасс». Наши солдаты и офицеры, которые сегодня защищают Россию от фашизма, находясь на территории ЛНР и ДНР, они сегодня, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, проявляют мужество. Они проявляют стойкость и преданность воинскому долгу. И проявляют любовь к своей отчизне. И в очередной раз они доказывают всему миру, что русские не сдаются и русские своих не бросают. И поэтому мы, как в июне 1941 года, говорим: враг будет разбит, победа будет за нами! Затем к участникам акции обратился заслуженный мастер спорта, двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию на колясках Александр Кузюков. Мы, сибиряки, мы другие люди на самом деле. Мы чувствуем чужую боль порой так же, как свою. Я считаю, что Донбасс, Луганск – это мы, это те же самые русские люди, это тот же самый народ России на самом деле. И я уверен, что еще немножко, и этот народ присоединится к нам, к нашей стране, к любимой, к нашей родине. И все закончится, все эти бомбежки для них закончатся. Мы солидарны с жителями Донбасса и Луганска. Полностью, я уверен, я знаю, вот сегодня то, что наш город, да, наша Сибирь, мы вместе, мы в унисон с нашей родной страной, со всеми городами поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Затем на экране появился известный видеоролик с участием чемпиона мира по ММА, основателя школы единоборств «Шторм», профессиональной команды и промоушена SFC Александра Шлеменко «Я русский». После чего своими мыслями поделился сам знаменитый спортсмен. Наши ребята выполняют сейчас сложную задачу. Они рискуют своими жизнями ради нас, ради нашего будущего. Это простые, такие же парни, как и мы. Они выросли рядом со мной. Многих из них я знаю лично. И малое, самое малое, что мы сейчас можем сделать, это просто, находясь, вернее, здесь, это просто поддержать их, выразить им свою поддержку. У них сложная задача заключается в том, чтобы наконец-то принести мир на Донбасс. На Донбассе живут такие же люди, как и мы. Простые русские люди, которым 30 лет внушали, что они не русские, но они продолжали тянуться к России, они продолжали думать по-русски и жить по-русски, и надеяться, что Россия им поможет. И вот, наконец-то, Россия им помогла. И знаете, для меня что Донбасс, что Россия – это единое целое. И если это еще будет закреплено на бумаге, то я только за. Правда за нами. Завершилась патриотическая акция показом фильма «Несломленный». Перед демонстрацией картины с участниками мероприятия пообщались его создатели, режиссер Андрей Кириллов и актеры Евгений Фоминцев и Сергей Шалаев.